Всем привет! Мы идем с музыкалки. Да, возвращаемся из музыкалки. Привет всем. Добрый вечер. Снег идет. Снег идет. Инна такая счастливая. Нам задали. Мне задали выучить песню наизусть. В саду и в огороде что-то там. Ну, короче, этюд, да, еще там пацаны есть. Я их сыграла сегодня. Короче, много. Там у меня в субботу будет еще занятие, час целый. В субботу? Ну да. За что? Почему в субботу? Консультация. Ага, она нас предупредят об этом, да? Да, она сказала... Ольга сказала, что напишет тебе. А, ну ладно. Надеюсь, не в 12, это у тебя тренировка? Нет, не в 12. Ну ладно. Вот еще и в субботу. Прям такой снег классный. Так приятно идти под снегом. Ну, не прям огромные хлопья. Достаточно мелкие, но идет. Хорошо. Ну, что сегодня? Именно никак что-то не могла выучить. Песню? Ну, меня не наругали. Сказали, давай повторим. Ну, вот. А ты переживала только зря. Девушка, это было не так холодно. Да, холодно? Ну, все. Тогда мы ускоряемся. Дома сниму. Нет, вообще классно вот так вот смотришь. А-а-а, красота. А у меня аж на руки упала. Все, мы бежим. Ну все, бежим домой. О, на скамейке видно уже. Такой снежок. Оп. Мокрый, конечно, наверняка растает. Поимки лапы. Снег попробуй? О, не надо. Ну все, пойдем домой. Я пробовала 100 раз. И что, гору вылила? Сегодня мы записывали видео для конкурса чтения стихов по правилам дорожного движения. Сейчас покажем, что у нас получилось. Каждый ребенок обязан узнать, рядом с дорогой опасно играть. Не забывай, что дорога не двор, затормозить не успеет шофер. Если ты вдруг за мячом побежишь, прямо на трассу, беспечный малыш, миг, и случится большая беда. Ты у дорог не играй никогда.